Всем привет, с вами Витёк, и я нашел, видите эту картинку? Да, да, видите? А это наш домик. Ура, я дошел, и мне не надо было уже умирать и так далее. Я нашел его, нашел. Благодаря видео, которое сохранилось. Домик, домик, ура, я нашел его, да. Я принес столько всего. Блин. Так, порох. Так. И бумага. Сейчас бумагу сделаем. Как делается-то? А, во, да, все. Так, вот сюда. Потом вот сюда. Блин. Поздравляем! Ура! У нас есть первая... Это... Fireball ракет, короче. Мы его уберем сюда. И будем копить. Так. Мы можем же еще одну сделать, да. Мы можем сделать еще одну. Так, вот мы сделаем. Мы сделали. Так, все. Ложим обратно. И еще один тростник мы посадим вот сюда. Да. Будет у нас расти и большой-большой. Огромный расти. Да. Все, у нас есть собственная ферма. И все. Все, мы сейчас. Аллилуйя! Мы пришли домой. Аллилуйя! Просто аллилуйя. Пришли, приперлись домой. Ложим сюда в печь все. Да, ложим в печь. Вот, смотрите, сколько я понадобывал добычи за это время. Блин, кусти не надо. Да, блин, не надо. Аллилуйя. Ну, я наконец-то нашел дом. Сейчас будем тогда делать. Что мы будем делать? Я не знаю, что мы будем делать. А будем, наверное, делать из дубовых досок нашу крышу. А хотя давайте сделаем из булыжника дубовых досок. Здесь будет выглядеть не уродливо. Так, делаем так. Делаем так. Делаем и вот так. Так, все. Так, первое есть. Так, второе. Так, нам побольше надо, походу, булыжника. Придется копать. Придется копать булыжник. Да. К сожалению, да. Придется. Так, ну что ж. А, так. Нам уже нужно еще тут. А зачем мне не складывается? А, да, складывается. Так. Бац. Так, бац, да, думаю, будет выглядеть недурно. Надеюсь, надеюсь, да, надеюсь. Так, нам придется тут какую-нибудь трубу сделать. Так, ну что ж, выглядит недурно, выглядит недурно. Да ёперный театр. Так, придется убрать. Давай. Идь. Идь. Ура! Ой. Заходим. Почему же не открывается никак? Так, теперь мы делаем это вот так, да ё-моё.
Так, да, нормально все. Все будет хорошо. Все будет просто хорошо. Так, у нас уже все. Так, вот сюда. И едим. Едим этот стейк. Да. Аллилуйя. Наконец. Так, страшные звуки, вы меня не напугаете. Берем это и вот это. Да. И, наверное, мы сейчас будем... Знаете что? Открывайся, да, тут открывайся. Ё-моё, огромное дерево выросло. Так, ладно. Строим такую вот большую башню. И будем тогда смотреть, что у нас получится. Вокруг тут везде все есть. Думаю, можно сделать такую вот дорогу потом железную. Она мне как раз будет помогать. О, уже два кремня. Ништяк. И кремня. Последнее, да. Четыре кремния, аж четыре кремния. Да ё-моё, это же некрасиво. Так, теперь здесь смотрим, тут так. Кстати, я решил сделать какой-нибудь парник, что ли. Кстати, у нас есть песок. Нет, у нас нет песка. Это плохо. Кстати, можно повторить с гравием. Так, побыстрее. Давай. Ё-моё. Да у нас целая... Это вот... Целый сад. Вот посмотрите. За мое отсутствие что-то произошло такое. Блин. Что буду сделать со всеми этими саженцами? Пес будет. Ну, первое у нас есть. В моем списке это... Это найти один стак... Там говядины, это, ой, говядины, да, и зажарить ее. Так, это уже есть. Вот, у нас целая куча, огромная куча этих стейков всяких. Да. Пам-парам-папам. Никогда не помрем мы с голоду. Ладно, давайте тогда мы сделаем из палок и ниток тогда эту вот удочку и пойдем на рыбалку. Пойдем мы сейчас на рыбалку, но нам понадобится для начала нам понадобится факел. Не спрашивайте, пожалуйста, почему. Да уж ты все равно вас не услышу. Ладно. Так, ставим это здесь. Потом. Блин. Так, потом ставим это здесь. Ставим тут. Ставим тут. Ставим тут. И тут. Все. Будет таять. Можно уже пора начать рыбачить. А весь рыбка большая или огромная? Так, ну что тут на этот на грани станет.
Чё не ловится? О, ништяк. Мне даже это опыт дали. Чё себе? Давай еще раз. Не понравилось. Давай. Давай, ловись. Ну что тебе? Ну, это же не трудно. Давай. Есть. Даю. Даю. Да ёшкин-матрёшкин. Давай. 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 Уже ночь. Ладно. Солей только одну руку. Ну ладно. Кстати, надо поспать. Наконец-то. Сейчас. Ну-ка. Да. Какие монстры? Какие в жопу монстры? Смотри, нет никого. Ну, зомби это не монстр прям. Какой-то, блин, чучело. Что ты тут рычишь? Смотри, тут факел есть. Вали отсюда. Смотри, факел есть. Иди на. Фиг. Вали отсюда. Встал тут. Тоже мне. Чё рычишь-то, ну? Ах, ты так решил разговаривать. Ну ща... Хорошо, я тебя пущу. Зомби будешь. Чё встал? Вали отсюда. Вали, вали. Зомби то опыт пусти, опыт пусти. Ладно, так тоже мне там встал, именно встал, нет, чтобы походить там со скелетом разговаривать. Нет, он там встал, блин, тормоз. Мне нужно надо встать. Встал там. Стоит. Знаешь же, что не пущу. Так чё встал-то? Страшные звуки, валите отсюда. Нифига не страшные. Стон херабрин мне уже достал. Аллилуйя. Сейчас просыпаемся, а там херабрин стоит какой-нибудь. Ой, все. Так. Тогда... Вот, да. Точно нет никакого херобрина. То он мне все железо заберет. Типа херобрина я не верю. Иногда вот приходит, приперся сюда, вот стоит именно. Че стоит-то? Все. Сломается чуть-чуть. Делаем как ноги. Чё ты там ходишь, блин? Чё ты ходишь? Вали отсюда, сказали. Сказали валить. Валить, сказали, блин. Так, у тебя есть там что-нибудь? Ну ёп. Я еще удивлялся, что он мне тут так медленно-то.
пшеница растет. Да, пшеница как-то слишком медленно росла. Пришел, а ты еще росла. Вот у нас уже что-то уже похожее на ферму. Что-то похожее на ферму уже есть. Ну ладно, можно с костной мукой, правда, побаловаться. Кстати, она на тростник действует. Тишка, ты что бросаешься комом? Да. Зачем, Тишка, ты бросаешься корм? Скажи мне. Это что так? Ты что, обезьяны прикидываешься? Ну? Тишка, зачем? Ты же попугай. Зачем прикидываться обезьяны? Так. Попугай тоже мне. Так. Вот у нас уже есть такая вот ферма. Сейчас пойдем и сделаем хлеба. Хлеб насущный. Так. Но для начала я посмотрю, что у нас там достижения. Так, пшеница, сахар, молоко и яйца. Пшеница, сахар, молоко и яйца. Котня, мне надо еще два этого. Как там? Два ведра сделать. Это 6 железа. Да вот и все. Так, где вы там? Да ё... Чё ты тут припёрлась? Вали отсюда. Припёрлся на сюда. Вот ки нету, вали. Не в этот раз. Это ты скажи спасибо, что... Спокойно. Спокойно, нет никакого херобрина. Все норм. Ладно, можно уже потихоньку заканчивать. Мы можем испечь тортик. Да, вот и все. В принципе. Яйца у нас есть. То все у нас есть. Отца у нас есть. Все норм. Да чё ты там мычишь? Хватит мычать! Тупая овца! А, мы не можем испечь. Нужен этот тростник. Нам все равно. Сейчас мы выполним одну ачивку и все. О, хлеб насущный. О, так, хлебушек. Тогда мы в следующей серии сделаем какой-нибудь столик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки лайки лучше не ставьте. Подписывайтесь на канал. Всем пока.